Ютрбургский госпиталь, 23 ноября 2022 года. Территория близ Ютрбургского госпиталя, вот КПП. Это тут лес лежит, вот лес. Уже готовый в транспортировке. Видимо, тут проходила или проходит и сейчас санитарная очистка или санитарная расчистка леса, что вокруг, что рядом. Снежок виден, что был пару-тройку дней назад, сейчас он успешно уходит. Довольно много здесь вот его напилили. Обычная практика. Подчищают больные, упавшие. Да, Ютрбургский госпиталь. Вот это вот некоторые здания видны. Летом не видно. Вот это главный корпус. Или же основной. Угловое помещение. Через забор мы смотрим. Хорошая погода. Почти что солнечная погода. 4 градуса тепла. Или 3. Все, что ночью замерзло, оттаивает. Мы здесь на велосипеде. Были мы с вами буквально полчаса назад. Рядом с парком боевой техники Ютрбург-2. Это был верхний парк. Мы смотрели хранилище или же склад зенитных ракет. Ну, едем назад и вот по пути сделаем видео с участием Ютрбургского госпиталя. 23 ноября 2022 года. Ну, будем иметь представление, что сейчас тут находится. В каком состоянии находятся некоторые объекты. Поскольку, почему некоторые, мы не пойдем на территорию. Летом уже это не видно. Ни крышу, ни... Солнце появилось. Я же говорил, что почти что солнечная погода. Ворота. КПП. Мы как-то недавно еще заглядывали с вами. Может быть, с месяц назад, может, чуть больше, плюс-минус, там сколько дней. Через эти ворота. Еще раз заглянем. Уже поменьше растительности. Листвы мало осталось. Но она еще есть. Листва. Прямо пойдем. И как раз в столовую. Да. Но слева вот вход сразу будет. Главный корпус, приемный покой. А это управление госпиталя. И дальше поликлиника. Через забор посмотрели. И дальше мы уже на велосипеде проедем какой-то участок. Может быть, не всю дорогу будем захватывать до Алтеслагеря. Сколько получится. Не будем загадывать. Где-то здесь еще место отдыха мы посмотрим. Пока не поедем мы. Вот здесь просматривается сразу за забором. Это парковочная площадка или место для парковки велосипедов. Вот крыша. Видно. Покидаем мы КПП. Вот лежит лес.
солнце ушло. Да, третий раз повторяю, почти что солнечная погода. Времени начало 12-го, может, минут 15. Ах, вот, уже я вижу, вот место отдыха, ну, курилка. Но не все же курили, посетители. Можно смело назвать место отдыха. Сейчас мы подойдем. Ну, какой этот камень. Да, летом уже не видно этих останков скамеек. Сейчас вот видно. Наверное, курилка. Тут пепельница, наверное, была. Там, как правило, бочка закопана. Или же диск от автомобильного колеса. Как правило, бочка. А, пепельница. Видно останки скамеек. Вот они, рейки скамеек остались. Ну, теперь мы можем смело ехать. Ну, слышно было, поезд это идет. Это региональный поезд идет с Петербург на Берлин через Потсдам. Конечная остановка его Бланкензее. Ах, извините, нет. Вычеркиваю, это слово неправильно сказал. Выскочил из головы. Ну, дорожка здесь накатана. Охрана проезжает, работники, которые тут с лесом связаны. И мы тут проедем. Поехали. Вдоль забора потихоньку поедем. Это поликлиника. Здесь ворот были также. Кто-то пояснял из участников группы, что очень редко они открывались. Эти ворота редко использовались. Во всех помещениях здания мы сами были. На чердаке были, в подвале. Видео у нас есть всех этих объектов. Вот калитка небольшая. Вот калиточка. Уж не знаю, работала, не работала. По назначению запускала больных. Пропускала, не пропускала. Нет, наверное, поскольку надо было КПП проходить. Там интересно. Какое золото. Что такого? Вот это меня внимание привлекло. А, это механизм. Это открывашка-закрывашка. Да, так можно сказать. Механизм открытия, закрытия дверей. Ну и вот поликлиника. Вот так центральный вход. Ручка какая. Зеленая еще листва. Попадается снежные ягоды.
Вот они, так и называются, это снеговик, снежовник. Что ты все путаешь сегодня? Это вот снежные ягоды. Следующее здание за забором, но сохранилось очень нехорошо. Хуже всех сохранилось. Сохранность хуже всех объектов. Вот это. Потолки обвалились. Вот здесь. Тут еще одни ворота. Вот они. И сразу вон там склад. По-моему, продуктовый склад. Вон там серого цвета. Одноэтажное здание. Столб освещения упал. Вот тут где-то тропинка была с Ютербурга именно сюда, в госпиталь. Спокойно можно было пройти. Сейчас, конечно, нет тропинки, и следов от нее не осталось. Росло. И последний объект в этом ряду за забором — это дом, в котором проживали семьи руководство госпиталя. Вот он, этот объект, этот дом. Тут калитка. Вот она. Рядом еще ворота. Вон там ворота. За этим домом сразу магазин. Прям товарный, продуктовый, под одной крышей. И дальше сразу же дом четырехэтажный жилой. О, гуси. Увидим, не увидим. Я и перчатку снял, чтобы увеличить, если появится. Вон они, как раз они летят. По центру гуси. Ноябрь. Дикие гуси. Не зря перчатку сняли. Поехали. Прямо дорога Ютербург, Альтеслагер. Здесь был шлагбаум, как-то мы смотрели. Вот устройство для шлагбаума. Вот железка в центре. Кто-то ж, наверное, стоял, открывал его. Закрывал. Покидаем территорию за шлагбаум. Это уже, это еще территория госпиталя, но сам вот забор покинули мы. Да, за магазином четырехэтажный дом. Как бы его увидать. Столбики стоят. Это гранитные столбики. Я думал, они бетонные. Нет, это камень. Давно стоят. Вот, увидали. Увидим мы сейчас. Это дом, который четырехэтажный. Он реставрируется уже долгое время.
Вот, видно белого цвета. Что-то побеленное уже, хорошо. Все закрыто. Но нам сюда не надо. Вот этот дом в центре. А с левой стороны частично дом перекрывает. Это магазин. Это лес. Здесь уже. Территория огорожена. Ну и в зависимости, кому надо, или компьютер-бок направо, Алтослагерь налево. Как же налево и Нойслагерь. Вот эти столбики стоят, гранитные. Дальше забор, колючая проволока. Дорога направо пошла в Ютербок. Это такая как бы неофициальная дорога. Вот. Можно заехать в Ютербок с этой стороны, на Копаш. Да, мы видели, солнце было. Прямо налево, вон видно красного кирпича забор, это кладбище. Старое немецкое кладбище. Где машина прошла красная, где синенькая проскочила. А тут видно столбики слева и справа. Такие гранитные столбики. На Алтослагерь через новый лагерь. Ну и элеватор. Вон элеватор. С левой стороны видно. Да, кому нужно Ютербок направо, кому нужно Алтослагерь налево. Нам Алтослагерь. Проедем какое-то время, какое-то расстояние на Алтослагерь. Показывает знак, что велосипедная дорожка влево-вправо. Надо еще дорогу уступить. Мы налево. По велосипедной дорожке. Вот за этим лесным массивом есть территория госпиталя. Откуда мы с вами едем. А с правой стороны через дорогу вот как раз кладбище, которое было здесь давно. Вот оно. Мы заходили, смотрели. Фотографии у нас есть. Это здесь вон крест. Он другим сейчас крышки за этими зелеными деревьями. Да, вон он крест. Видно, что деревья были побелены. Вот видно, что белая сохранилась или краска, или звездка. Указывает тут указатель. Прямо мы на Берлин можем выйти, Лейпциг, на автобан, на девятку.
прямо же на Трейбридж, а налево будет тупик. Там только на велосипеде можно ехать. Ну, направо на Люкенвальде через Нойхайм. Элеватор с левой стороны. И только вроде начали видео 20 минут. Не получается у нас маленькие видеоролики. Перекресток. Направо через Гютербург 2 на Нойхайм, на Ликенвальде, на Грюна можно выйти, на Клостерцина, на Форцина. Ну, прямо Алтеслагер. Кто-то пояснял в комментариях, что вот это здание, что слева, вот сейчас мы будем его проезжать, это был магазин здесь, супермаркет, что ли. И подтверждение что-то не нашел нигде. Вот это здание. Отключилось мое устройство. Отключилось. На холоде не хочет работать. Я не могу повернуть его. Сейчас мы кое-как доедем до перекрестка. Это я поворачиваю его со своим корпусом. Да, не работает. Он бы до перекрестка доехал. Вот он перекресток, налево элеватор. Вот указывает, сейчас мы остановимся. Вот тут сейчас заиграл. Да, налево Алтеслагер. 4,8 километров написано. Деневец 4,9. Это если на велосипеде ехать. Гютербург направо 1 километр. Вот мы завершим видео. Вот сюда направо на Ликенвальде можно выйти через Гютербург 2 на Нойхайм и далее. Всем все доброго, до свидания, до новых встреч. Вон написано на указателе. Ликенвальде, Нойхайм. А приехали мы вот от госпиталя, с той стороны, там Ютербург, машины идут на Ютербург. Сейчас будет спуск туда. До свидания, до новых встреч. Ну что ты?